Так, друзья, мы дома, и Халил делает и Халил делает себе кофе с пенкой турецкий. У меня в комментариях спрашивали, просили, чтобы Халил сделал, и мы показали, как делается турецкий кофе с пенкой. Ben şekerli yapıyorum. Он пьет кофе с сахаром. Eğer sevmiyorsa şeker without şekerken yapabilir. Ben şekerli içiyorum. Халил говорит, что можно и без сахара, кто как любит, но он любит сахаром. В общем, он налил воды, вот, видите, в стаканчик. Или в стаканчик, или в чашечку, кому как удобно. Говорит, у кого нет такой кофемашины, можно в турке варить кофе. Вот турецкий кофе. Турецкий кофе. Не kadar istiyorsa atabilir. Кто как хочет, столько и кладет. Он кладет одну ложку. Нет, не одну, полторы. Полторы такие чайные хорошие ложки, видите? Не маленькие. Перемешиваем. Так, он все перемешал. Значит, у него одна ложечка сахара здесь и полторы кофе. Так, все перемешал и включил в розетку кофемашину. Это кофеварка. Не кофемашина, а кофеварка. Вот видите, только кофе начинает закипать, и все. Сразу же мы выключаем. Все, сразу выключили. То есть долго не держите. Только закипел кофе, и все. Сразу же выключаем кофеварку. Получился кофе с пенкой, потому что он сразу выключил, сильно долго не кипело. Вот поэтому и получается кофе с пенкой. А я пью растворимый кофе Якобс. Как вы все знаете, уже многие из вас, я турецкий кофе не люблю. Как-то был комментарий: как это так? Вы живете в Турции и не пьете турецкий кофе, а пьете растворимый. Ну, люблю я растворимый. Еще я люблю кофе с молоком. Мне не нравится турецкий кофе. У каждого разные вкусы, поэтому... Что Халил будет пить турецкий, а я растворимый. Кстати, очень многие турки пьют растворимый кофе. Кофе латте, капучино и мока. Не все любят турецкий кофе, даже турки не все любят. А я, друзья, сейчас буду готовить плов. Мясо с рисом. Вот у меня рис, сейчас я замочу 2 стакана риса на 30 минут. Он разбухнет. А здесь у меня ножки куриные. Куриные ножки, вот это шехрие. Они мне понадобятся. Вермишелька маленькая такая. Вот. И вот такие вот у меня специи. Специи буду класть в плов. Очень вкусно получается. Без зажарки. Без зажарки. Такое вот легкое блюдо будет. Я почему-то подумала, что у меня есть... Халил больше любит с этим. Как же, господи. С булгуром больше любит плов. Но я почему-то подумала, что у меня есть, и не купили вчера. Были в магазине, не купили. Ну что ж, буду варить с рисом. Так, 2 стакана риса. Я его уже помыла. Заливаем водой. И пусть постоит полчаса. Вы знаете, я бы никогда не подумала, что такой плов вкусный, без зажарки. Дело в том, что я в Украине всегда делала с зажаркой. Зажаривала лук, много моркови. Вот. А здесь без зажарки турки делают. И вы знаете, очень даже неплохо. Очень вкусно. Вот такие вот чашечки, 2 чашечки риса. Я залила водой. Пусть постоит полчаса. Варятся у меня ножки. До готовности я варю ножки куриные. У нас вчера был такой дождь с градом. Я просто в шоке была. Я такого дождя еще не видела, как вчера был. Все потемнело. Вот сейчас то же самое начинается. Все темнеет.
все темнеет, и вчера был вообще такой ливеняк, град такой крупный, тарабанил по окнам. По окнам стекала вода. Вот там вот балкон, вот эти вот конструкции, сейчас я вам покажу. Это просто какой-то ужас, это мучение у нас с этими окнами балконными. Видите, вот здесь вот, вот такие вот дырки, и вот отсюда, когда вода стекает по окну, вся вода льется мне прям в дом. Я сюда вот кладу тряпки и постоянно их меняю. Через каждую минуту я вчера бегала, меняла эти тряпки, потому что вода льется вся на балкон, на ковры. Ой. Я в шоке была. Короче, друзья, я думала, что вчера это просто конец света начался. Я такого не видела, дождя, хотя в Мерсине зимой дожди – это частое явление, но такого дождя, как был вчера, с градом, с таким ветром сумасшедшим, я такого дождя не помню в Мерсине просто. И нас залило улицы, район Тараслар, там машины плавали в Тарасларе. Я вчера так переживала, думаю, хоть бы у нас не было наводнения, как в Урфе, не дай бог. Мы как-то жили в другом районе, в Даултепе, и когда шли большие дожди, то первые этажи прям подтапливало, потому что дом стоял как-то в низине, и первые этажи прям подтапливало. Это был кошмар, конечно. Такое очень редко бывает в Мерсине. Именно такой вот ливеняк, как был вчера. И сейчас вот опять, видите, нам обещают еще 4 дня дождей, и опять все потемнело. Вчера жарила, холила овощи. Я этот рецепт как-то показывала в видео. Здесь и картофель жареный, кабачки жареные, баклажаны, перец зеленый. Потом идет помидоры, чеснок. И сверху я посыпаю петрушкой в лимонном соусе. Очень вкусно. Ну, перец, соль по вкусу. Вот, так что сегодня он еще съест эти жареные овощи. И плюс я сделаю плов. Я люблю плов. Это я больше делаю для себя. Плов. Так что, друзья, я надеюсь, что у нас не будет наводнения. Я очень на это надеюсь. Не знаю. Что-то все так темно, аж страшно. Пошел дождь. Дождяка пошел. Уже гром гремит. Вот отсюда, видите, у меня льется все. Вот с окон. Это у нас другой балкон. Поменьше того, который в кухне. И это всюду льется. Вот как-то не продумано, понимаете? Здесь вот эти вот балконные конструкции как-то не продумано сделано. Видите, вот эти дырки я так вот затыкаю тряпками. Когда льется вода по стеклам, то вся вода у меня в доме. Поэтому... Все, я сейчас приготовила везде тряпки. И буду, если что, если сильный будет сейчас ливеняк, а буду быстро бегать, менять, выжимать, мать тряпки и опять сюда всовывать их. И также вот на этом окне все то же самое. Видите, тряпки везде. И, кстати, у всех жильцов нашего дома такая же проблема. Здесь у меня тоже тряпка. Не знаю, почему так. Что и как они строят, почему такие проблемы с этими балконными конструкциями, мне непонятно. Ну, придумайте какие-то тогда другие балконные конструкции. Зачем эти дыры? Я понимаю, что это там для воды, да, но она же вся в дом просачивается. У нас же здесь ковры, диван. В общем, не знаю, как они так делают, все не продумано, непонятно. Тем более частые дожди зимой в Мерсине. У нас как зима, сразу сильные ветра и дожди. Но вот я говорю, такого, как вчера, ливня, я не помню здесь. Так что вот так, все наготове, видите? Так что с балконными оконными системами здесь проблемы. Дождь идет. Люди, видите, накрыли тентом машину, чтобы град не побил стекла. Может, и нам надо было накрыть. Вчера был сильный, конечно, град вообще. Еще и посматриваю на люстру, что, не дай бог, блин, землетрясение, гром не слышно. Ой, блин,
страшновато. Еще так все темно на улице, потемнело. Я включила свет. Итак, куриные ножки сварили. Сейчас я буду отделять мясо от кости и разрезать его не мелкими кусочками, так, средними. И здесь я уже сцедила воду с риса. Рис уже ждет своей очереди. Так, сейчас я разделаюсь с ножками и начнем готовить плов. Так, отделила я мясо от кости. Видите, нарезала крупными кусками. А здесь кости. Кости отнесу потом собачкам, вынесу на улицу. Так, для плова у меня вот такая вот кастрюля. Так, немного сливочного масла. Сейчас растопится. И буду добавлять сюда шихрие. Так, сейчас кладу маленькую тоненькую вермишельку. В Турции называется шихрие. Так вкуснее рис получается с этой вермишелькой. Достаточно. Все. Теперь она должна подрумяниться. То есть быть розовенькой такой. Главное ее не пережарить. Потому что если она подгорит, сгорит, то все. Можно выбрасывать. И нужно постоянно ее помешивать. Как только подрумянится, сразу будем класть рис. Огонь должен быть большим. Вот она у меня уже начинает чуть-чуть розоветь. Главное не упустить этот момент. Все время помешиваем. Все, достаточно. Видите, я сразу быстренько кладу рис. Пусть немножечко тоже поджарится, совсем чуть-чуть. Вот так вот. Видите, какая красота получается. И теперь 3 стакана воды. Именно 3, ни больше, ни меньше. Вот такие вот у меня фужеры. 3. На 2 стакана риса 3 стакана воды. Тогда рис получится рассыпчатый. Не как каша, а рассыпчатый. Все, сейчас я буду добавлять соль, перец по вкусу. И обязательно вот эти специи. В них уже присутствует соль, поэтому сейчас я попробую на вкус. И буду добавлять соль, перец по вкусу. И мясо. Все, курочку я тоже добавила. Подсолила, поперчила, попробовала на вкус. Сейчас все это закипит. Пока большой огонь у нас. Все это закипит. Вот. И сразу же маленький, малюсенький огонек. Накрываем крышкой. Больше не мешаем, не трогаем. Все. И все это варится до готовности. И получается, ребятки, очень-очень вкусно. Да как-то готовила, халила мама, свекровь моя. Я посмотрела, подсмотрела. Вот. И действительно очень вкусно, без зажарки, без лука, без моркови, без масла. Фактически здесь совсем немного я положила сливочного масла и все. Вкусно. Все, видите, закипает вода. И сразу я ставлю на маленький огонек и все. Минут 10-15 и будет готов плов. К нему я сделаю себе салат. А у Халила есть жареные овощи. Легко, быстро и вкусный ужин получается. Все, друзья, плов готов. Такой вот он рассыпчатый, вкусненький. Ужин мой готов. Все. Спасибо большое, что были со мной. Если будет желание, можете у себя приготовить такой плов. Я надеюсь, вам понравится. Спасибо, что были со мной. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.